Дорогие друзья, всем привет! Денис! И сегодня мы с вами сыграем в Skyblock! Двинем какие-то таблички, и сразу мы пишем команду spawn. Spawn. Отлично. И забираем 1000 у поставщика. Вон. Да опять это пицца 44! Не, это явно не Карим, мой друг, который будет доступен через 1 час. Ну окей, пишем тогда Хоуми или Исленд. А, то есть нам надо копить деньги с вами, дорогие друзья. У меня вообще гигантский остров, и я не знаю, для чего я такой огромный построил. Когда у меня практически вообще денег нет, ничего нет. Ничего, нет денег, нет. Генератора на золото нет тоже. Вообще, вот если мы так посмотрим в шопе, то лут с мобов, вот эти стоимость продаж 50. 16 этих за 50 рублей мы можем продать. 20 или 20. Где 100? 16 эндержемчика за 180 рублей. Кости же 60 рулей. Короче, мне надо срочно разводить ферму пауков. Вот тупо. Я не знаю, как вот где вот эти спаунеры покупать. Но вот я точно знаю, что яйца мобов. Волк, цвет, мухомор, корова, курица, крестьян. О, кстати, мы можем крестьянина одного купить. Волк, овца, мухомор, корова, свинья. Ну да, свинья самая дешевая. А, кстати, давайте посмотрим, что пишет. За сколько свинину можно продать? Да, вот просто... тут ничего связано. Ну, то есть, стоимость продажи 5 рублей. А вам не кажется, что это настолько выгодно? Хорошо, корова с продажи 4 рубля. Ну, можно попробовать, короче, развести вот этот скот. Сейчас мы купим 2 яйца коровы. О, ну я не знаю, что лучше. Давайте коровы 2 купим. Вот 2. За 3000 мы бы с вами купили 2 коровы. Я не знаю, зачем я это сделал, но я просто ради интереса. Ради тупого фарма. Я хочу... Мне нужны деньги. А я зачем-то скрафтил такой дебильный меч. Что-то мой меч все время... А, нет. Теперь у меня он, по идее, не должен лагать. Не знаю, почему он так жестко лагает. Вот ферму я построю в самом краю. Потому что мне... Эти фермы всякие... Особо не нужны. Я так это ради прикола ее сделал. Разного! Мне просто тупо не хватает чуть-чуть этих заборчиков. Ладно, сейчас надо сделать срочный верстак. Вот, вот так вот сделаем его. Вот сюда вот его влепим. Вот так вот сделаем. Раз, два. А это можно и туда вон отправить, на тот цвет. Давайте женитесь! Что вы стоите? Женитесь давай, что стоит, что делать? Еще попутала корова. Опа, саженцы. А, отлично, то есть нам нужно только железка, а железка у меня нет, да? Ну, извини, дорогие друзья, но мне сейчас придется немножко покопать. Так не хотелось этого делать. А может у меня в печке она есть? Ай да блин. О! Есть. То есть мне надо только одно железо? Почему блоки не сбиваются с первого раза? Да где? Где железо? Уже 100 лет прокопал. Ай, ладно, короче, дорогие друзья, знаете, что проще делать? Шоп.
один железный слиток. Подтвердить покупку. За 75 рублей мы приобрели его. Ну, где ведро? Алло, гараж! А, тут всего так мало. Я просто хочу вот эту вот фигню разводить. Короче, вы поймете, что я сейчас буду делать. Я тупо сделаю ферму. Для наших говнокоровок. Зачем я так неграмотно сделал? О, нет. Короче, как можно неграмотно так было сделать? Место. О, то, что надо. Давай, нападай. Что, на меня? Ты что, на бате? На бате в здание. Готов. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Ну, а с вами был Дениса 3. И всем пока-пока! Бу-ба-дум-бум-бум. Всем пока-пока. Вот, блин, жиродеры. Есть. И куда лук?